Все случилось в этом дворе на улице Крайняя. Людмила Сафонова, так звали погибшую, увидела, как мужчина с ножом гоняется за собакой. Женщина просила не убивать животное. Вдруг Сергеев бросился и на нее. Преследовал ее до самой квартиры и уже в подъезде нанес женщине более 30 ударов ножом. Холл Красноглинского суда забит под завязку. На заседание пришли десятки человек. В основном это родственники и просто знакомые погибшей женщины. Многие до сих пор не могут поверить в случившееся и говорят о Людмиле Сафоновой в настоящем времени. Это очень добрая, миролюбивая женщина. У нас никогда вот за все время не было ни скандалов никаких. Да. Все время решали как-то все проблемы мирно. По словам жителей дома, Александр Сергеев охотился за бродячими животными, а Людмила, наоборот, подкармливала и защищала их. Это и стало причиной конфликта. В очередном порыве ярости подсудимый не совладал с собой и вместо собак убил человека. По словам его родителей, раньше психических отклонений у своего сына не замечали. Психологам обращались за помощью. Но как-то думали, что это результат его характера или еще чего. Мы, родители, думали, что он плохо не проявлялся. После смерти вас ожидает страшный суд. Вот она вас будет судить. Вас и вас. Вашего сына. Сыновья Людмилы Сафоновой не могут сдерживать эмоции. Помимо большой утраты, их возмущают результаты комплексной психиатрической экспертизы, которая установила, в момент убийства Сергеев был невменяем. Гражданина будут принудительно лечить от его заболевания, после чего он сможет предстать перед судом. Мы считаем, что он вменяемый и должен понести наказание в соответствии с его преступлениями, в соответствии с чудовищным по жестокости преступлением. Никак не убийство по неосторожности. Как можно неосторожно нанести 34 ножевых ранения человеку, живому человеку? Решение о принудительном лечении будет принимать суд. Насколько это лечение может затянуться, неизвестно, пока Сергеев остается под стражей. Судебное заседание назначено на 22 января следующего года. Павел Баймаков, Дмитрий Мешканцов. События.